играет на границе между Казахстаном и Россией, но пересечь он ее не может, ведь у паучка отвалились ножки. Но наш Сигма не растерялся, он взял свисток и начал свистеть. А рядом проходила суеверная бабка, подошла поближе и начала петь. Не свисти, Сигма, хватит свистеть, мудак, денег не будет. Почему ты без лапок лежишь? Бедолага-паук, залазь на спинку, тебя я перенесу через границу. Вместо лапок я вставлю тебе колосья пшеницы.